Буэнос-диэс, братва. Если он рассвет выше экрана, это значит, что мы продолжаем шариться по мирам, по горам и мочить нечисть. Это God of War. Садитесь поудобнее, хватайте ништячки и поехали. Как не вовремя стакан схватил. Оп, спёр. Ультранасилие. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Куда теперь? На вершину, конечно. Ищем путь наверх. Ага. Ого, высочайшая вершина во всех мирах. Думаешь, мама знала, что это гора великанов? Нет, то, о чем она просила, сложнее, чем она могла подумать. Кажется, это имя. Хразли, то есть ужас. Что это? Странно. Это свеча, обвязанная нитками, и какая-то шкура. Может, это фонарь? Фитиля нет. Нам это не нужно. Биврёст осветит нам путь. Ю-пари-сети. О, еще какие-то механизмы. Вот так ножнички. Сердце горы. Что это такое? Где мы? Мы в шахте. Если этот крюк достает до верха, то наша цель близка. Как его нужно использовать? А ты сюда! Мне кажется, или у пацана стрелы стали быстрее. Какой-то барабанный танк получается. Не иначе. Не сжечь, не разрубить, а чё тогда? С этой... как её там делать? Опа, текст. Что это значит? Слушаюсь. Странно. Что там? Кто-то написал только для великанов, а другой приписал еще для гномов. Давай мы допишем. Нет. Нахрена, потому что главное зачем? Так, где мы находимся?
Do you know the way? Бегаем тут, блин. Как наклзы угандийские. Do you know the way? Кажется, я понял. Лапа с одной стороны. И если мы вытащим это... Ну вот. Похоже, веревка застряла под камнем. Ты неосторожен. Ты прав. Извини. Ну да, придется месить. Да, пацан, действительно. Навыки. Ой. Надо достать веревку из-под завала, который ты там устроил. Увидим. А я все думал, кто разбудил всех драугров в горах? А нужно было догадаться. Так, и вот еще. Ого, какое тут все огромное. Ясное дело, это же гора. Ловушки. Тут туннель, но тебе не пролезть. Лезь. Ладно. Ёлки, надеюсь. Ха!
без проблем совсем не обошлось. Я вижу. Жаль, мамы здесь нет. Может, через те большие врата? Может, я перетолкал немного? Ну да. Не пускают. Смотри, еще фонарь. Сломан, брось его. Но зачем они нужны? В них есть что-то особенное. Я точно знаю.
Ля какой. Ежику под мундам. Угу, пускают. Я вот думаю, сколько же в нем дури, что он толкает такую дуру. Надо освободить веревку. А если забраться наверх с вагонетки? Вот же головоломка. Ну все, теперь мы достанем до того камня. Ты почти достал. Мы поднимемся наверх. Nothing to stop on the all the way up. Приготовься. Ооо,
ушлепки. Замерши пламя. Ага. Мне кажется, дотумкал. Зацепиться бы за этот крюк. Мы бы вмиг добрались до вершины. Спокуха в раковину не ссать, я кое-что удумал. Спокуха, миньон. Это мы скоро узнаем. Ну то, что залезли мы... Не так. Я чувствую опасность. Блять, и на верхний посмотреть. Не о том, что может быть. Сосредоточься на том, что есть, и будь настороже. Хорошо. Не самая вершина, но близко. Скипнули, сволочи! Стой! Вот этот целый! Тут записка. Молитва великана. Он просит предков охранять его. Привезти домой. Сын. Подожди! Я знаю, как это работает. Смотри. Ого. Что ты написал? Попросил беречь мою маму. Они сберегут нас на пути к вершине. Идем. Путь не близкий. Fuck me, мозг. Погоди, бежать, пацан. Подниматься мы будем в следующей серии.
Спасибо всем, кто присутствовал. Лайк, подписка. И до скорого. Адью, братва. Увидимся в следующей серии.